Да, Михаил Брилович, советник-посланник посольства России в Болгарии. Сегодня мы присутствуем на церемонии торжественного открытия памятника 14 советских бойцов, которые погибли на территории Болгарии в 44-45 годах. Символично, что это мероприятие проходит именно сегодня, в день памяти и скорби в России. Что касается российско-болгарских отношений, то, конечно же, мы должны стремиться к тому, чтобы отношения между нашими странами всесторонне развивались. Будем прилагать усилия. Мы, конечно, надеемся и на встречное движение с болгарской стороны. Спасибо.